Лавруся? Лавруся? Привет. А, ты снимаешь? Да. Лавруся разбирает самолет. А ты умеешь его включать? Нам нужно включить. Да, включим. Что мы будем делать тогда? Только, ну, угу. Ну, это же снимаю тяжело. Мам, такое запомнить просто, вот я такое даже не забуду. Это я начала тебе... Это жопа была. Скажи папе привет. То, что выключила видео, вы теперь плачете. Так хорошо сидели. Мама. Лиза с вами. А сидел хорошо. Осталось 3 часа полета. Нам скоро еду принесут. О боже. Скажи привет, привет, папа. Или бабе скажи привет, привет, бабе. Нет, ну все, все, все. Маш, булочку будешь, да? Да, дай, пожалуйста, булочку. У меня вот еще, а тут еще 4-ю принесли. Что там, Маш? Скажи, что дать? Маш, что там, прочитай, Маш. А, тут закуска из мяса и пиццы, это намазать на целый вот такой вот батон. Да. Это огромный батон. Здесь приборы и еще мазать. Закуска из маринованных овощей. Сейчас будем открывать. Лавруша у нас танцует. Под песни под свои, да? А Лавруша решил станцевать у нас. Станцевать танец. Пару танцев. Кушайте, Лёва, поешь. Лиза, ешь. Я не кушаю. К чаю. Фрукты. Мы заказали. Детская. Да, кошерная. Я папе снимаю, как мы тут питаемся. Потому что у нас все прекрасно. Здесь кормят, как, да, знаешь, там какая-то вкусняшка. Как королей. Не, ну мы специально заказывали. Так, это сейчас посмотрим. Да, и еще хотим еще открыть какие-то шпалящие. Тоже там что-то вкусное. Зорги держались. Тучки? Да, тучки. Так, он для меня памперс. А где? Вот он, Лавруша. Лавруша взвесим сейчас, Лаврушу. 35 паундов Лавруша весит. 35 паундов, сынок, молодец. Делим на 2 и получается килограмма. Да, Лёвка? Лёвка, взвесься, давай, вставай. Лёвка, офигеть! Что? А, это уже Лавруша подошел чуть-чуть, подкинул веса. Ну, 100, короче, Лёвка весит. Yeah. Скоро JetBlue. Скоро будем выезжать. Сейчас еще побегаем за малышней. Здесь стульчиков нет,
поэтому мы вот так. Мама! Почему два? Что надо? Прическу сделали? Мама! А? Мне два зарядки, это твой. Ой, я думала, это Маша. Маша, Лиза. Вот Маша, снимаю какую-то тетку, думаю, что это Маша. Вон он, Лёва. Да, везет кучу. Почему можно? Маме, сейчас тебя будем. Где он наш? Катюшкин что-то там начесывает себе. А что? Я же лаврушек основная. Лаврушка. Так, я там включила свет, здесь что-то нет. Вот наш номерочек. Ну всем фото, конечно, а кому? Нам. Это шикарно! Мы только зашли сюда. Мам, вита бассейн. И это наш бассейн. Шикарно. А ты ванну еще не показал? Кстати, да, ванна, пожалуйста. Ну я только мы это открыла. Наш маленький бассейн. Лёва. Телевизор взяла малышам, чтобы это было. Там был номер без телевизора. Это рай. Это... Ты не наступай на руку. Уже наступила. Уже все. Я тоже, кстати. Мама, куда он грязный? Лёвка. Пакет? Грязная, да. Какой? Какая большая это. А смотри, она и захлопнет, ты можешь улыбаться и не бояться, что ты не можешь мыться, потому что тут купаться. Видишь, тут хоть дверь захлопывается. Да, да. И мама, вот шкаф кстати, огромный. Мама, кстати, еще. У нас, если бы ты жила в соседней комнате, мы могли к тебе ходить. Нет, мы живем в одной комнате. Там, видишь, там дверь на замок. А можно пакеты грязной одежды, мам? Мы вышли из отеля. Сейчас, секунду. Ждем такси сейчас. Лаврушек догонять? Вот я не знаю, еще маленький боец. Иди сюда. А что, ты хочешь отсюда, что ли, зайти в него? Так вот, последний. Можно через вот эту штуку типа прикладывать. А, вот тут наше окошечко. Вот тут где-то наше окошечко. Вот оно, наше окошечко. Вон там целых два окошечка. Наши два окошечка. А вот бассейн. Мы на другую сторону выходим отеля. И прямо вот он, тот самый знаменитый бассейн. С американскими горками. Это очень большой парк какой-то, совсем лихой. Вон там что-то тоже виднеется. Приехали посмотреть комьюнити. Лёвка ящерицу нашёл. Здесь у нас комьюнити. Кстати, а ящерица, сейчас она очень быстрая. Нас попросили подождать немножко. Ящерица очень быстрая. Да, это точно. И вот здесь... Её не догонишь. Хотим узнать, хорошо, какие они предлагают квартиры, за сколько. Я потом да. Не поняла, да? Да, она занята съемкой. Да, я занята. А там малыши крутятся. Катя, нельзя! Так, девчонки, тут уже понабрали вкусняшек в холодильнике. Вот так выглядит квартира. Кать, давай, иди сюда. Так, это кухня. Катюнь, смотри, зайчик, смотри, что я тебе даю. Стиралки. Так, квартира, понятно, пустая, это демонстрационная просто. Это одна комната с большим клозетом. Это ванная. Ванны все в Америке низкие почему-то. Вот так это выглядит. Мне понравилось. Ну хорошо, что понравилось. А лаврушек дайте тоже, Маш? Так, это наш лаврушек весь в слезах, мокрый от слез. Так, вот это гостиная, вот такой балкончик. А что вон там вот? Вон дверь. А, это там всякие хранить, то, что на балконе. Иди открой, посмотри. Ну вот, Лиз, нравится? Угу. Вот, ну плюс еще одна комната получается. Двушку нам дать не могут, нас слишком много. У них это запрещено. Да. У них там какие-то проблемы из-за этого. Закрой, закрой. Вот, поэтому мы рассматриваем трешку. Стоит она 1505 долларов. Вот мы зашли в iHop. Который, да. Я, короче, смотрю и просто... Самое главное, зачем мы сюда пришли, это, конечно, блинчики, которые будут есть абсолютно все вот эти вот пять штук. Павар, ну что ж ты делаешь? Ё-моё. Ё-моё. Лиз.
Иду! Мама, найди, пожалуйста, мне их. Вот кто встал. Папа, чтобы он не грохнулся, он сейчас так будет орать. Нет, нет. Я в кадрах нет. Котёндра, кудряшка в сию проснулась. Ламружа проснулся. Время 9:30. Ой, 8:30. Да, Катюшка, блядь. Лёва спит. Лёва спит, да, Катюш? Кудряшечка, иди разбуди Лёву. Да, главное, и пошла будить. Вот так, у Лавруши хорошее настроение. Да. Ой, что Лавруша кушает. Да, Лёва? Я все съел и выпил. Кому что выпил? Мама, чтобы твоя такие бабушка. Гренки нам я все понравились. Да. Не, кушайте, я могу еще пожарить. Я все гренки съел. Ты можешь кушать? Гренки, пожалуйста. И, что, Лёва? Все, Лёва, наелся, насытился. Даже на Лавруша. Сейчас, я слышу. Лиза, подойди. Лавра, иди сюда. Лиза, все, Лиза решила загар. Лёва, что сидим? Просыпаемся до сих пор? Давай. Лиза, иди сама искупнись, загар лучше ляжет. Завяжи ты волосы, господи. Hello, Kitty. Лёва водолаз у нас. Вот здесь 3 метра глубины, а дальше 4 и 5. Дальше там для взрослых, для малышей. Скажите пока-пока. Мам, я вот думаю, я лицо в носик зажать. Зажми. А я же Лаврика тоже акула может сделать. Но она не привыкла, она мне кажется. Смотри, Маша. Не понял, маленькая. Вот я пойду, хочу посмотреть. У нас осталось 2 творожка. Я хочу посмотреть какие-нибудь детские йогурты америкосовские, кормить малышей. И вообще посмотреть, что там в супермаркете. Красивый. Лавруша, какой красивый мальчик Лавруша, любой это ходит за мной, да. Вот какой Лавруша. Лизе холодно, ну-ка, горело. Котёночек, ну чего ты снимаешь, Китти, такая симпатяшечка, да. Как же, снять уже все? Лавруша, мы ждем такси. И сейчас мы, везу, не все морозит. И едем в... О, это ты где взяла сейчас? Это очки Лёвы. И едем в Walmart. Сейчас вызвали такси, сейчас он придет. У нас Walmart в 8-9 минут от нас. И мы сейчас поедем туда. Лавруша. Мам, пожалуйста, хоть что-нибудь сделать. Да, вот так. Лавруш, ну давай сосу, я прошу тебя. Ну давай уже, не швыряй. И благослови. Сейчас. Мы уже поели, дети навели страшный срач. Катя сюда на пиццу прямо вылила стакан воды. Мы спасли пиццу. Остатки. Я спасла пиццу. Маша спасла пиццу. Все стоят, смотрят. Он ё-моё, я схватила пиццу, я всё, я это не буду. Маша стряхнула просто с неё. Мама, отлично, вот это зачем? Лавр, хватит. Мы уже опозорились просто везде, в каждом заведении, да. Мама, я смотрю, куска пиццы. Молодец, Леха, я что, не знаю, что ли? Мама, это ужас. Да, в общем, мы сейчас понесем пиццу домой. Вот мы вышли. И сегодня мы первый раз попали под дождик. Вот отсюда мы вышли, из Pizza Hut. Малышарики мокнут. Иду.
дождик сегодня. Обязательно. Обязательно. Мам, ну самый раз. Самый раз. Мама обожает тут останавливаться среди дороги, снимать карты. Ну а как же? Вот тут аптека. Мам, давай я уже. Мам, ты серьезно? Да. Ну так какой-нибудь, знаешь, тайфун случится, мама снимать будет папе. Мама, у нас теплый-теплый дождик. Мама, а я так хочу коробку передач там подергать в машине. Обожаю. Какой машине? Субару. А вон школьный автобус, да. Вот такие автобусы повсюду тут гоняют. А там Субару был. Я хочу в машинке поиграть и в Кратоса. Да, что играешь? Мам, ты хоть на дорогу смотри. И в Need for Speed поиграть. Мама, Лавруша. Лавруша и Кики только что поели вот такие йогурты. Мам, убираю. Еще бабушка люди скидывают. Да. Катюш. Да. Котик. Очень классно выдавила Катя. Этот страшный скандалист только успокоился. Нет, еще не успокоился. Все, не буду. А вот Масянечка в новом топике. В обновочке. Рибок, да. Вот оно чудовище. Вот оно чудовище. Она не будет. Не будет? Левыш. Давай, Лёвка, просыпайся. Чёрный, как негритос уже. Машка, чёрная, капец просто. Лиза, сегодня как получше себя чувствуешь? Да. Чудовище, вот оно, чудовище. Давайте нам Николодион Джуниор. Данкин Донс и Данкин Донс и Баскин Робинс, да. Лаврушка скандалит. Катюшка молодец, Лёвка ест, Машка ест, а мы вот здесь. Вот здесь пончики, у нас пошел ливень, и мы теперь не выходим, потому что вот так вот запихнул себе, молодец. И мы теперь ждем, когда он кончится, потому что я оставила дома дождевики. Зачем, непонятно. Да. Вынесли весь наш багаж. Все приперли сюда. Теперь ждем. Лавруша. Вот здесь мы провели 5 дней. 6 уже. Этот наш бассейн за этой стеночкой. А вчера мы были, сейчас покажу. Вон Данкин Донатс и Баскин Робинс. Вон там мы были. Так, мы, короче, решили оставить пока наш лагерь и пойти в Макдак, потому что мы уже полдня ждем таксо, оно никак не едет, здесь какие-то страшные проблемы с этим. Лёва, здесь нет интернета. Да, наша девушка с ресепшена прибежала, нам показала, что машина сейчас придет через 7 минут, и когда она придет, она сказала, вы кушайте сколько тут хотите, и когда придет машина, я приду вам, тут буду тут помашу, короче, вам. Представляете, с ресепшена девушка прибежала сюда, в Макдак. Так и тут нас обслуживают, как у вас уже просто. Короче, мы в шоке, честно говоря. Но зато хорошая новость, мы уезжаем. Нам все подходят, спрашивают, как у нас дела, все ли у нас в порядке. Каждый подойдет, что-то спросит. Малышам руку подаст, малышам поулыбается, что-то поспрашивает. Спросит, что-то вам нужно. Эти сами мы вам еще принесем. В общем, здесь потом подошла, обняла какую-то вон бабушку за нами. Какое-то насекомое. Ну, Лёва насекомых ищет. Мы немножко не привыкли к такому. Вообще не привыкли. Мы вообще не привыкли, да. В России отдыхаем. Не, ну в России тоже с Макдаком все хорошо, но здесь как-то они такое ощущение, что они тебя знают. Они все время с тобой общаются так, как будто они тебя знают, видят. Я знаю. Там чувствуешь себя, как будто родственники. Да, как будто они близкие родственники. Да, у нас нет. Причем вот этим чудовищем лучше вообще никуда не ходить. Оно не ест ничего, не пьет. Да. Это центр Тампа. Что? Я не могу. А куда он хочет?
говорить на английском. И побоялась сесть вперед. И теперь я тут сижу. У меня все хорошо, у меня нет детей. А она парится теперь на моем месте. Мы вышли из Таргета, мы страшно устали, дети страшно устали. Мама, сейчас столько приключений, пойдем. Да, ой, вот сейчас нам сейчас точно приключения. Это, короче, всякие одеяла. Лиза, вот это можешь упасть. Вот я короче, подушки, одеяла, пледы. Лёвка себе выбрал Майнкрафт Спайдермена. Все, ладно, понимаешь. Нам раздали водичку, мы зашли. Нам раздали конфетки. Мы просто в таком состоянии, что ужас. Вон наши две тележечки, две колясочки. Мы зашли в прохладное место. Да, я знаю, я себя даже снимать не могу. Я... У нас даже вон в зале. Ты никогда не снимаешь себя. Ой, Катюшкин что-то ест. Лавруша, открой. Лавруша, дайте конфетку. Мы заселились. Старшие пошли за чемоданами. Младший сейчас будет помогать мне разбирать все продукты. Мы живем на втором этаже. Вот это вот одна комната. Это клозет. Это, скорее всего, девчонки выбрали для себя. У них тут своя собственная ванна. Надо бы нам тут все еще повключать. Так. Да, Лавруша, да. Пойдем посмотрим, Катюша, еще что. Это наша кухонька. Здесь. Здесь шкафчик. Под всякую кухонную утварь. Посудомойка. Раковина. Шкафчики. Плита. Духовка. Холодильник. Ну, какая морозилочка. Это ландроматик. Здесь у нас и сушка, и стирка. Снова кухня. Малышарики. Так, это гостиная. Здесь у нас балкончик. Так, как открыть, не знаю. А, вот так. Вот. Вот так вот я на балкончике. Вот это наш вид. Из окошечка. Это сетка всяких комариков. Здесь вот это тоже клозетик для всяких лыж по-нашему. Так, на самом деле, просто огромный шкаф. Лаврушенька, пойдем, сынетик. Пойдем, малыш. Катюш, там балкончик. Так, дальше что у нас есть? Здесь мы идем по коридорчику. Здесь я даже не знаю, что... О, еще один шкаф. Дальше это комната еще одна. Наверное, будет комната малышей. Дальше здесь отдельная ванная. И здесь еще одна большая комната тоже. Но клозеты, конечно, здесь жить можно. А это второй вход в ту же самую ванную. То есть два входа. Раз вход, два вход. То есть можно из спальни войти, можно вот так вот войти. Дальше. Ну, вроде бы все. Кто там чем стучит? Ну, малышарики уже на балкончике, да, Катюшка? Уже на балкончике, да. Да. Вот такие здесь у нас дела. Сейчас это все будем разбирать. Продукты, главное, в холодильник мы набрали. Картошку, мясо. И вот комната. Наверное, вот эту малышарикам надо сделать. Она какая-то большая такая. Но зато ванна у них тут будет мешать нам. Ладно, посмотрим. Сейчас придут старшие. Они тут уже чего-то расформировали, поэтому пока не знаю. Скорее всего, у малышей уже тоже все определено. Да. Скорее всего, выбора уже ни у кого нет. Лавруша таскает вот это помойное ведро просто на балкон. С балкона обратно. Это мы сейчас будем все расформировать. Кому чего? Лёвка себе выбрал Майнкрафт, Спайдермена. Девчонки все беленькое. Взяли про самые простые подушки. Да. Лаврушеньки взяли две красивые футболочки. Сейчас хоть переоденет маму, искупает малыша. То уходит у нас. Катюшкин совсем уставший, днем почти не спал. Отобрал соску у Лавруши, запихнул волосы и спит. Даже не отходя от двери. Малыш мой. Сейчас разберу все продукты. Сейчас старшие принесут чемоданы.
наконец-то поставим стирку. У нас одежды у Лаврушки точно нету, Катюшки тоже заканчивается. А сейчас буду запихивать все продукты в холодильник. И малышей кормить вкусными йогуртами. Кашку буду им варить. Наконец мы переходим на домашнее питание. Чистота, конечно. Просто как в отеле все вылезали. Вот маленечко забыли. А вот здесь у нас вид на речушку с аллигаторами. Ребята! Мы дома! Под такую погоду вот дома! Вот это да! Ой, мам, здесь течет! Но это балкон открытый, конечно, там течет. Офигеть! Как мы вовремя зашли. Ой, мам, здесь мокро, не ходите сюда. Не ходите, закройте от малышей. Мы заселились, мы заперли сюда все чемоданы. Нам помогла русская соседка Настя. Спасибо ей огромное, да. Это вообще она нам и затащила, и рассказала все, и про школу, и все. В общем, я тут разбираю продукты, попозже еще сниму. Ложимся спать. Немножечко разобрали вещи. Завтра дыры. Здесь старше. Ставишь в три раза кула, хоть сюда. Маша с Лёвой. Главное в три. Привет. Главное в три угла. Угла там. Если ты поставишь сюда, я могу. Я могу сюда поставить, если ты поставишь сюда, я могу. Ну, короче, это называется вилка. Да, я сейчас еще. Лизу не купается, видимо. Купает у девчонок пока бардак. Им купили два одинаковых пледика. Мягкие-мягкие. Одели наволочки наши. Завтра тут все уберем. Чемоданы уберем. Тише, давай. Маша, Лёва, тихо. Немножко устроились, фильтр купили, ложки, вилки. Иду, Кать, иду! Хлеб, сковородки, кастрюльки, бананчики. Здесь мяско, это курочка, это говядина, я уже все расфасовала, это индюшка. Хлеб, чтобы за ним не бегать постоянно, в морозилке храним. А это холодильник. Тут у нас всякие йогурты. Нет, это был клубника и банан. Детские маленькие йогурты. В Активе. Тут типа Актимеля что-то нашли. Там тоже вон, это которые у нас были в отеле. Дети ели, поэтому решили попробовать яички. Тут у нас помидорки. Морковка. Завтра буду варить супчик. Здесь яблочки. Блин. Застряла. Завтра супчик сварю. Здесь у нас молочко. Сыр пармезан. Масло. Молоко. Шоколадное молоко детям очень понравилось. Они пили. Сок. Яблочный, апельсиновый. Мы утром проснулись. Вот здесь спала Кити. На щенячьем патруле с Мишкой. Вот здесь с Лаврушей мы спим. Это ему подголовник, потому что он бьется постоянно. Это наш туалет. Лаврушин Мишка. Катя. Садись, Кать. Сейчас. Это Лиза мне пытается сделать вайбер. Котенок истерит страшно. Даже Лаврушин спокоен, а котенок у нас просто совсем-совсем не в духе и настроении. Без Маши и Медведя, без интернета, да, Катюшкин, да? Да, вот так вот. Вон они, Маши наши стоят, вон еще Маши валяются. Иду, Лёва, даже свинки Пеппа валяются, еще одна свинка Пеппа валяется. Завтракаем кашкой. У нас рисовая кашка. Маша поела с удовольствием, сказала, что ужасно вкусно. Да, еще посуду моем. Пока так. Сейчас иду. Но потом вот здесь будем мыть. Когда таблетки купим. Дверь закрыть? Нет, не сложно. Я просто хотела тебя снять. Я знаю, я просто хотела тебя снять.
Зачем? Я хотела тут Левика снять. Вот тут наш Левик спит. На одеяле Майнкрафт и укрывается. А что это у тебя? Это Марвел. А, это все в Марвеле, о господи. Это ты перевернул на другую сторону. А там у Левки цветная сторона. А это, а я даже не знала, что на двустороннюю. И Майнкрафт тоже двустороннюю. И Майнкрафт, а там тоже Майнкрафт с другой стороны? Да. Вот тут Левка у нас дрыхнет. Там его клозетик. Там он что-то мышит. Вот какие-то у него игрунди. Рюкзак постирали, шмотки разложили. Вот у нас с малышами самый захламленный клозетик. У детей поменьше. У нас вон там игрушки у Левки. Какие-то наклейки клеим. Сейчас все. А вот здесь самый бардак. Просто самый бардак. Все никак не уберутся. Зато сами прихорашиваются, да, Масяня? Здесь просто жесть. Вы когда разберете все, Маша? Почти разобрали. Нет. Какой-то ужас. Маша, ну что же у вас это? Две девочки, у вас самый сральник какой-то. Лев, пожалуйста, нет времени. Давай быстрее. А Левика зачем? А что, ты хочешь его дома оставить? Я. Как обычно у нас. Вот у нас сегодня утро первое наше здесь. Я жарю гренки. А, ты вот это имеешь в виду? Да, вот это масло. Кукурузное масло здесь в основном. Здесь почему-то только оливковое и кукурузное. Здесь подсолнечного нет масла. И вот мы сегодня будем завтракать гренками. А я мою посуду. Маша у нас все время моет посуду. Ей страшно это нравится, поэтому посудомойка вон там нам не нужна. Курочка размораживается. Сегодня будем куриный супчик делать. Лавруша! Ты что здесь делаешь? Я думала, ты все вот это будешь расфарашивать. А ты залез, укутался. Ты мой сладкий. Ты мой хороший. Укутался. Маш, выключи до конца душ, пожалуйста. Сейчас. Что ты снимаешь? Да просто Лаврик укутался. Пойдем кушать. Дай, пойдем. Нет, не хочешь? Ну ладно, сейчас покажем, как мы будем завтракать. Давай, надо как-то, чтобы помешать уже. Мы заберем пластик. Вон туда будет. В стирку? Бросай, да. Все, сейчас сразу, она не перекрасит. Лиз, я разберусь потом. Там, короче, вместо наших вещей Лаврик взял все одеяла и укутал. Маша, где Лавр? Ты что, снимаешь? Покажи. Заново позируй. Я не позируй могу раньше сказать. Девчонки пришли с бассейна, я забираю. Девчонки пришли с бассейна, да. Лиза тут лед. Да, давай еще раз. Куча, низкокалорийное мороженое. Лиза купила низкокалорийное мороженое. Какого-то для кукис. Подожди, оно с печеньем, что ли? Это, да, вот, смотри. Больше протеина, меньше сахара. Все, супер. Это тоже, это ванильное, это шоколадное. Мы едим. Оно на самом деле в Фабриксе было самое дешевое. А это моя гордость. Это я нашла горлышки. Тоже Пабликс. И стоят они $1.77. Назагорались, дамы. Левка прибежал обратно. Сказал, я не буду с америкосами купаться. Сегодня суббота, куча народу в бассейне. Нет, было. Поэтому Левка убежал. Сказал, что я не буду с америкосами. Я боюсь америкосов. Что? Вкусно. Йогурт вкусный? Ешьте. Лавр опять 25. Закройте, пожалуйста, он сейчас встанет на крышку прям. Это мы идем. Мы ходили вот в Пабликс, мы ходили в Таргет. Мы сейчас вот вывернули оттуда, вот сейчас вот идем домой. Мы купили вон розовый пакетик. 4 сим-карты по $35 каждый. И теперь с нас будут каждый месяц автоматически с карты сниматься $140. Есть. Мы идем на Достахаду. И вот наше комьюнити уже началось. Да, Лёвка, ты пошел по грязи, надо было объехать. Катюшка у нас уснула в коляске, она спит. Вчера мы здесь шли с двумя тележками, с продуктами, с сковородками, кастрюлями, шампунями. И прошли здесь прямо с тележками. Вот прямо здесь пропихнулись. Прошли прямо.
до нашего домика. Все подняли. Ох, как мы это поднимали, боже мой. Мы орали. Вот кто орал. Сейчас заберу его у себя. Ты что вниз спустился, там она не пройдет. Вот мы подошли прямо к нашему дымку, а вот наш балкончик на втором этаже и окошечко. И на той стороне еще окошечко. И вот по этой лестнице мы вчера перли все чемоданы. Прибежала Настя, наша соседка, помогла мне допереть эти чемоданы. Катюшка проснулась. Малыш, ты проснулся? Мам, нужно подниматься. Да. Все, поднимайся. Пришлось купить шарики. Щенячий патруль. Лавруша без шарика не хотел уходить из магазина. У Катюшки тоже шарик. Купили сковородочку, курочку, хлебушек. Ой, что там есть? Бананы. И идем домой. Малышей спать укладывать.